Не оставляйте в автомобиле вещи, которые могут привлечь внимание грабителей. С такой настоятельной просьбой обращаются полицейские к жителям республики и особенно к йошкар-олинцам. В Мариэл за год на 30% выросло число краж из автомобилей. Воры выносят из салонов машин все, что можно. Но чаще всего это распространенные помощники водителей – антирадары, видеорегистраторы, навигаторы. Стабильно тащат сумки, барсетки, телефоны и документы. Забрать их с собой или переложить в багажник и проверить, закрыты ли окна и двери машины – это совсем несложно. И намного безопаснее как для вещей, так и для целостности автомобиля. Мы торопимся, когда приезжаем домой или в магазин, забываем закрывать автомашины, оставляем сумки в этих самых салонах, вещи самые ценные. Не надо это, торопиться не надо, и спешить не надо. Как отмечают в полиции, подавляющее большинство автокраж приходится на Йошкар-Олу и города республики. В сельской местности машины грабят намного реже.